Добрый день! Сегодня я получила очередную посылку от Мыла Опт, где заказала много основы. Впереди праздники, День влюбленных, 8 марта. Кто-то еще по привычке поздравляет мужчин. Вот, поэтому работа непочатый край. Еще, кстати, планирую участие в выставке, поэтому основа мне очень нужна. Вот моя долгожданная посылочка. Кстати, почему я с Мыла Опт работаю? Мне очень нравятся их условия. Самые низкие цены, плюс доставка бесплатная, если заказ на сумму 350 гривен. Ну и плюс у меня есть персональная скидка, как я уже говорила ранее. Итак, распечатываем посылочку. Довольно большая вот такая коробочка получилась. Обожаю посылки получать. Так, смотрим, что у нас здесь. Как всегда, вижу накладную. Это очень, кстати, удобно для расчета цены мыла. Потом можно всегда проверить, посмотреть, потому что не всегда помнишь, почем там на сайте заказывал. Так, что я заказывала? Значит, отдушки. Вот несколько у меня есть отдушек. Вернее, отдушку я одну в этот раз заказала. Ледяную мангу захотелось попробовать. Вот все завязано в кулечек, чтобы не протекло, ничего не попало лишнего. Потому что здесь у меня отдушка и несколько цветов Микки. Вот три штучки. Вот такой стальной. Давно уже назрела необходимость у меня в нем. Как бы для мужчин очень хорошо использовать в некоторых видах мыло. Вот под стальной цвет как бы делать, под металлические изделия. Вот понравился мне цвет Микка. Как-то оно называется. Аквариус. Мика, Бима, ага, вот, Бима и Валентайн, такой с перламутром, все три Мики как перламутровые такие, замечательно. Так, с мелочью разобрались, вот мои четыре позиции, ага, три. Так, дальше, мыльная основа. Мыльная основа, Crystal Clear Max 6, это израильская основа, 5 килограмм прозрачный. Так, 2 килограмма белая основа я заказала. Белая у меня уходит меньше, чем прозрачная. Вот она. Мы видим вот 2 килограмма. И 5 килограмм прозрачной основы. Каждый килограмм, видимо, так на мыло, видимо, фасует. Вот каждый килограмм замотан стретч-пленку. Никакая влага, ничего сюда лишнего не попадет. Уж для меня это целое богатство. Сколько мыла можно сделать всякого. Формочки ждут, красители ждут, отдушки ждут уже основу. В общем-то, вот такая замечательная посылочка. Я довольна, как упакована, как доставлена. Ну, в общем-то, экономия, скидка моя 78 гривен. Очень приятно. Общая посылка у меня была на 784 гривны, 78 гривен скидка. И 705 гривен я заплатила. В том числе здесь 7 килограмм основы. То есть экономия налицо. Ну, всем спасибо за внимание. До свидания.